И всем привет! Сегодня я продолжаю играть во Flatout 2. Ну, в общем, да. Сейчас начнем. Потом продолжим. Да. Так, значит, сейчас посмотрим, что я тут проходил. Ой. Так, сразу нажал на гонку. Ну ладно, пофиг чей. Да, я пока перепрохожу миссии, потому что я... Потому что я налажал там. Короче, не прошел их. Уди. Проходить, как вы знаете, я по-любому должен на призовое место, хотя бы третье. Потому что я тогда налажал. Иди от меня. Иди, противный. Стараюсь говорить все, что вижу. Стараюсь говорить обо всем. Потому что, ну... Он выпустил тоже свое видео по флотауту, я посмотрел. У него очень много моментов молчания. Там, где вот... то есть он говорит, тут бац, прекращает просто говорить, и только на заднем фоне там телевизор тихонько слухать, все. Ссылочку я, наверное, оставлю в описании. Не знаю. Посмотрим. Пятый. Постараемся. О, кто-то колонку взял. Тьфу, колонку эту покрыл. Хотя, может быть, она колонка тоже называется. С бензином, короче. Хрень с бензином взорвали, во. Так скажем. Да, я всегда ездил там и никогда тут не ездил. Ой. Видимо, я не зря тут не ездил. Ну, в общем, сейчас тут мы проедем. Шел он. Ой, это что такое было? Чуть взорвал. Не обратил чуть внимание, что? Да. Когда пройду в Flatout, то есть это через пару-тройку дней, я хочу поиграть в какую-нибудь онлайн MMORPG игру. Или же в Mountain Blade поиграю. Или в Skyrim. Хотя бы Skyrim очень много летсплеев. А по Mountain Blade недавно Доскос, по-моему, сделал. Не помню, как его зовут. Ну, в общем, недавно сделан был летсплей одним известным летсплейщиком, так что не знаю. Да, мы, возможно, еще с Лаваном немножечко подурачимся в Майнкрафт. Мы скачали лаунчер небольшой, хороший. Там на оружие, модпак на оружие. Поэтому мы решили, значит, скачать какую-нибудь карту, разбрестись по ней, просто улететь подальше друг от друга и друг друга косить. Возможно, еще Тосяна позовем, не знаю. Возможно, кто-нибудь, кто посмотрит это видео, захочет с нами поиграть. Хотя не знаю, навряд ли. Не уверен. Да, возможно, мы с Тосяном еще построим карту на прохождение. Все возможно. Как там, я знаю точно, невозможно и возможно. Ай-яй-яй! Да блин, я задолбался уже в этом месте врезаться. Почему меня вообще туда выкидывает? Ну, седьмое место, четвертый круг. Я, наверное, заресечу. Потому что мне нужно хотя бы третье место занять. Седьмая позиция, да. Я нажму на повторить гонку. Да. Наверное, запись не буду отключать. Фига себе, там чувак прилетел. Заметьте, не я взорвал. Так, метро используем. Сейчас мне нужно уйти в отрыв, потому что я сейчас играю не на деньги, а именно на то, чтобы пройти. Тут Веном классная машина. По-моему, он так называется. Да, по-моему, его Ван так называл. Блин, опять я в этом месте подскочил. Я первым закончу первый круг. Опять ты, блин! Конец, и чувак.
Иди нафиг. Да, предыдущая серия у меня, по-моему, в предыдущих двух сериях, да. По-моему, у меня было очень плохо слышно, тихо. Из-за того, что, ну, я, как уже говорил, говорю через веб-камеру. А веб-камера у меня была на экране, в общем, и я был далеко, короче. Сейчас я ее ставлю просто перед собой, практически перед самым лицом, чтобы меня было хорошо слышно. Ух ты, 40 секунд. Да, мы вчера с Вованом у него сидели, поэтому серии не было. Мы хотели записать Mirror Rage, но у него она почему-то тоже не идет. Мы, короче, угорали. Величь так, чтобы у нас был, короче, все машины открыты и денег дофига. Взяли Бэтмобиль и начали на гонках, короче. Фига себе, какого-то чувака тут догнал. Втором кругу. Да, человек, видно, реально налажал там. Блин, вот эта Веном машина очень хорошая. Управляемость вообще, можно сказать, идеальная. Ну, почти идеальная. Ну, в общем-то, я сказал, можно сказать, ну, можно и не сказать. Ну, хорошее очень управление по сравнению с той тачкой, которая была перед этим. Купи говно. А еще Вован плагиатер. У меня половина шуток с плагиатером. Те, кто не знает, кто такие плагиатеры, это люди, которые воруют вещи, на которые есть авторские права. Так, тут по нулям, да, в общем-то, и насрать. Тут бульдозер получил. Так, в общем, я пока на первом месте. Так, начинаем следующую гонку. И тут осталось... Ух ты, еще тут сколько гонок. Я, наверное, сейчас... Нет, машину пока не буду прокачивать. Потому что мне еще деньги понадобятся. Значит, серебро. Ничего. Золото. Так. Если ваш водитель вылетает, не успел прочитать. Скорее всего, купить нормальный микрофон, потому что мне надоело сидеть в полусгорбленном состоянии. Подождите, а почему я там ничего не заработал, если кому-то там выброс, по-моему, сделал? Или это было в ресете? Не помню, короче говоря. Недавно, короче, посмотрел ну, небольшой летсплей. Думаю, какой у девочки красивый голос. Оказалось, парень. Блин, по привычке стал ждать смеха от друзей. Окей. Так. Продолжаем сшибать все. Сейчас выйдем на более-менее ровную дорогу, чтобы можно было использовать нитро. Перевертыш и себе, и ему сделал. Окей. Почему это не GTA-шка? Почему, когда они влетают в эту шнягу, машина не взрывается? Было бы классно. Хоп, так и избавился от соперника. Тут очень, блин, какие-то прочные машины. Так, видите, у меня тоже есть молчание, потому что я не знаю, что тут комментировать. Потому что есть такие игры, которые экшен. Там один экшен, ты играешь просто, стараешься без этого. Есть о чем говорить. А тут что? Ну едешь и едешь. Гад подрезал меня. Большое препятствие им там устроил. Капот отвалился. У того чувака тоже капот отвалился. Занесло, молясь. Его. Мне кто-то на хвосте сидит. А я у него на хвосте сижу. По-моему, тоже Веном. Да, это Веном. Фига себе, мотоцикл полетел, блин. Да куда тел? Как там говорил мой друг? Куда ж тебе убогой? Иди сюда. Как там гопники? Иди сюда. Вообще, я хочу себе голос какой-то. Я считаю, у Джигурды классный голос.
Вот идешь по ночному городу. Какой-то гоп-стопник просто к тебе подходит и говорит: «Эл, пацанчик, закурить не найдется», а ты ему в ответ: «Не курю!» Мало того, что у него сзади там кирпичей будет навалом, так еще и слиняет оттуда. Ну, вообще говорят, у меня очень такой громогласный голос. Ой, так было фигово разговаривать, когда у меня голос сломался, это вообще нечто. Такие провизгивания в голосе очень часто были. Там, то есть говоришь, и опять нормально говоришь с таким тембром. Третий? Ну и ладно, срать. А, так, тут 2200, классно, и тут еще 800. Так, то 6700 у меня. Да, я хочу посмотреть магазин, значит, сколько стоит машина для... гоночной машины, точнее. Самый дешевый 14, 15, 15, 50, 16 вообще. О, какая мощность управляемость, ну разгон маленький. А, вот это, наверное, подождите. Вот это хороший, но неуправляемость чуть не очень. Ну, наверное, ее возьму. Вообще нужно будет за кадром потестировать все машины, чтобы знать, какие. Да ну нафиг, ты когда не знаешь, намного интереснее. Так, продолжаем играть. Так, блин, сегодня что, на трену идти? Ладно, пофиг. Пока я буду на тренировке, у меня видео зарендерится полностью. Уйди отсюда. Интересно, а можно угоняться вот в гонке, перейти и поиграть на машины из дерби? Нет, наверное. Надо будет проверить. У нее, по-моему, Веном покруче, чем мой прокачан. Кто там, интересно, впереди так урвал? Блин, чувак просто слинял. Надо бы его нагнать. Опять не туда повернул. Ладно, пофиг. Меня бы там точно занесло. Так, предпоследний круг. Я, наверное, поверху поеду. Блин, какой-то тут низкий бордюрчик. Как бы не вылететь нафиг с трассы. Ну, вот этого я и боялся. Вторая позиция, желтого обогнали. Теперь он там третий или четвертый, не знаю. А вот он, по-моему. Как первый тварь. Так, тут нечего вообще комментировать. Не, ну вообще, есть что, но я не комментатор, и я не собираюсь говорить все, что только в голову приходит. Хотя чаще всего я так и делаю. Сейчас мы ему в попку ударимся. Иди сюда. Так, у меня есть шанс его обогнать, если я его тут сейчас не налажаю. Я, возможно, даже первым приду. Тьфу-тьфу-тьфу, я не могу, чтобы каркать. Да. Тро-л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 о. Я лучший. Тут 400. Тут вообще сотня.
Так, последняя гонка, чему я очень рад. И сейчас я, наверное, остановлю запись, чтобы у меня никаких проблем не было. Все, я продолжаю. Так, рондон-дон-дон-дон-дон. Ладно, не скажу, как мой друг выражается. Все, у меня в друзьях очень много интересных людей, но со многими я не играю. Первая причина, потому что нам не во что вместе играть. Вторая причина, они все матюкаются. А у меня на канале мат не принят. Хорошо, что я не играю в хоррор-игры. Хотя, возможно, погамаю в Dishonored. По-моему, это хоррор-шутер. Или стелс-шутер, не знаю. Нафиг скуряжу. Так. Ого, чувак вылетел. В общем-то, так ему и надо. Так тебе и надо, курица помада. Женя впал в детство. Не обращайте внимания. Да. Я жду, когда я стану известным чуваком. Очень жду этого. Ого. Я думаю, когда я только начну становиться известным, там, когда у меня будет подписчиков, ну хотя бы сотня, думаю, одним из первых комментариев меня спросят, Жека или Женя называть меня. Потому что некоторые друзья меня зовут Женя, некоторые друзья меня зовут Жека, некоторые друзья меня зовут Женя. Не, Женя меня вообще только подруг зовут. Жека меня Вован зовет. А Женек остальные друзья. Вот. Поэтому. Так. Честно вам скажу, я даже не помню, почему меня Вован начал называть Жекой. По-моему, я ему так сказал. Может, нет, не помню. В общем, неважно. Как вы заметили, я стараюсь говорить все, чтобы музыка была. Раз музыки нет, я стараюсь говорить все, чтобы хоть что-то было. Возможно, я у Вована, у него батя занимается музыкой, я у него несколько музык потырю, так сказать. Во-первых, под опенинг. Ну, по-моему, это не опенинг, а заставка называется, но в фильмах и в аниме, и в мультфильмах это называется опенинг. А я уже говорил, я анимешник. Стырю, там что-нибудь нарисую. В общем. Может какую-нибудь сцену просто из Симпсонов там или Барта. Может кого-нибудь попрошу, потому что очень много есть на YouTube людей, которые именно рисуют для других этим за денежку. Я даже уже придумал что-нибудь в стиле дети шпионов там такой. Ну, знаете, там дети шпионов, там пацан, короче, там лазит там или еще что-то. Я хочу вот Эльбарту, короче, ну, так у меня канал так называется. Не знаю, у вас будет так называться или нет, но у меня так он называется. Эльбарту, так, короче, так уезжает на велосипеде от ментов, его и прыгает, так, короче, в дом, за компьютер садится, наушники одевает и это, ну, типа записывает. И мне кажется, это будет круто. Не знаю. Не знаю, вообще возможно ли это. Мне кажется, такая работа будет стоить не меньше 1000. Я буду очень рад такому видео. Я его сохраню специально на болванку, чтобы даже... Да, на болванку, чтобы в случае чего... И на компьютере сохраню, чтобы если у меня с компьютера удалилось, лишние еще 2000 не отдавать. Потому что я жадный, я очень жадный. Мне денег жалко. Кому вообще в наше время не жалко своих денег? Да, я, наверное, еще раз повторюсь. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как получить партнерку на YouTube. И я первый набрал 49 очков. Тут получил 2400 и открыл новые дерби. Также открылась... Новая машина, а вот она Веном, а я тогда на чем гоняю. В общем, не важно. И у меня 20 тысяч.
бабла. И сейчас я пройду последние. Ой, да, последние дерби у меня все пройдено на кубке. Значит, ну, бонус игры тут. И дерби не пройдено, короче, вот. Я сейчас вот дерби вот этим сыграю в них. И, наверное, закончу на этом видео. Поставлю рендериться. Не знаю. Так, подождите, пауза. Опять. А хотя, ладно, не буду перезапускать видео. Хотел перезапустить видео, так как у меня не лицензионный бандикам. 100 раз уже, наверное, это сказал. Еще раз, 100 раз скажу. Так, отлично. Теперь линяем, 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 линяем. Я буду опять, наверное, эту стратегией пользоваться. Да, на Бэтмобиле, на дерби это вообще нечто, вот на этой карте. Я просто по этой железной решетке ездил там. Это на Веноме там чувак был. Но Веном я не буду покупать, так как мне нужны еще денежки на гоночную тачку. Я не знаю, какую там выберу. Наверное, за кадром выберу, а уже на камеру я его куплю. Да, я вот когда за кадром проходил, мне могли, могли подумать то, что я читак. Чит можно использовать на открывание машин и на деньги, только если вы введете свой никнейм определенный. Я, наверное, сделаю небольшой туториал, покажу, потом подурачусь немножечко. Но это, наверное, уже будет все в конце. Ну, в общем, я рад, что я дерби прошел. А вон плагиатер. И какашка. Как меня моя одноклассница называла. Ну, начинаю у нее списывать или еще что-то. Она меня Козюля называла. Вот Вован Козюля. Чувак. I'll kill you now. По-моему, это Симпсон был. I'll kill you. Блин, не добил. Ау. А вот меня сейчас, походу, добьют. Такое месиво. Ой, человек валяется там. Это там негр с пуша по объемам волос. Он пуша по объемам плечики, но, в общем-то, не важно. Вспомнил прикол из Comedy Club, Павел Воля говорил про пушап. Пускай тогда у мужчин будет в трусах шишап. Блин, у меня привычка, я все время жду смех моих друзей. И вы заметили, да, я после каждой шутки просто замолкаю на несколько секунд, вспоминаю, что рядом друзей нет, поржать они не смогут, и продолжаю говорить. Вообще, я привык, когда шутки говорю, я привык слышать на них реакцию. А вот тут как-то без реакции и непривычно. Слезь с меня, точнее, уйди из-под меня. Ау, больно вообще-то. Так, где тут чувак? Фига себе, это как и так, эй. Он тупо по мне проехался, все. Быстрее, быстрее, быстрее. Ху, успел. Знаете что, я просто дождусь, пока он взорвется. Потому что у нее тоже, по-моему, таймер есть. А вот у меня очень мало жизнек. В сравнении с егошними. Лови! Черт, все-таки меня уничтожили. Ну, в общем-то, я не сильно... А, и третьим. Ну, в общем-то, это, наверное, потому что я очень мало урона нанес. Ну, ладно, неважно. В общем, если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий. В общем, всем удачи, всем пока.